Перебивал, все хотел поговорить. Вот теперь можно поговорить. Сегодня стиль у вас веду я. Давайте с вами знакомиться. Меня зовут Татьяна Ярохович, я из Беларуси. И сейчас в открытом звании сырой директор. На данный момент закрыто уже звание старший золотой директор. Напишите в чате, как у вас погода, как у вас настроение. У нас вчера была весна, сегодня утром зима, к вечеру опять весна. Настроение отличное, солнышко. Ну, скоро-скоро уже весны дождемся. У кого-то снег. Да, весеннее настроение, март. Скоро-скоро уже лето. Ну, начну, расскажу немножко о себе, кто я такая, откуда я, более подробно. Как я говорила, я из Беларуси, живу я в небольшой деревушке, как вы можете видеть на фотографиях. Это мои фотографии, некоторые здесь до проекта. Некоторые уже, когда ребеночек второй родился, уже в проекте. Живем мы в деревушке, у мужа своя у нас здесь пасека. До компании Oriflame я работала продавцом до своего первого декрета. Когда ушла в декрет, я поняла, что возможности, конечно же, ездить на работу у меня не будет. Жилье в городе тоже было сложно приобрести, и мне нужно было искать что-то такое, чтобы работать именно в деревне, именно чтобы была возможность зарабатывать где-то, то есть уже с детьми, где-то в своем районе, где-то вот в своих деревнях. Но я, конечно же, не приверженец того, чтобы пойти работать в колхоз или еще куда-нибудь. Я всегда говорила, я туда не пойду. Но судьба распорядилась по-другому. Я на данный момент даже еще в декретном отпуске, но уходила я в него пчеловодом. Мы с мужем пчеловоды. Я больше как помощник. Он у нас развивает свою пасеку, вот как видите на картинках, у нас свое хозяйство. Вот я в 23 года до 25 лет уже узнала, что такое садить огород, что это такое, что это за труд, когда мы садили много картошки, когда мы садили много клубники, когда встаешь очень-очень рано, собираешь эту клубнику, весь замерзший, зубами ляпаешь, едешь ее продавать. В общем, было всякое, было разное. Это все было до компании. Было очень тяжело. Вот поэтому я уже знаю, что это такое, я уже знаю, можно сказать, на своем опыте, как это тяжело зарабатывать именно вот таким вот способом, именно в огородах. Это тоже здоровье, это, ну, времени тоже на детей не хватает постоянно, постоянно надо что-то делать, постоянно дети в песочнице, ты где-то там в огороде, ну, нужно было как-то зарабатывать. И вот в один прекрасный момент, когда вот мы подключили интернет, 2 месяца я просто играла в игрушки в интернете. Ну, параллельно, конечно же, дальше садила свою клубнику именно в огороде. Над ней 1,5 года сидишь, копаешься там, пытаешься вырастить, а потом... То есть влаживаешь свое время, а потом у нас где-то схоже с нашей работой, но потом ее собираешь и продаешь. Но здесь именно считается на труд.
То есть, если мы не работаем, не собираем ничего, значит, ничего не зарабатываем. Ну, и когда я через 2 месяца игр, когда мне надоело вот играть в игрушки, я узнала, что можно как-то зарабатывать в интернете, но еще не знала как. Моя первая цель была, конечно же, заработать, не поверите, $10. Просто $10. Хотя бы оплачивать интернет. Я тогда сама искала работу, сама нашла спонсора своего, я вступила в группы, тогда мы работали через группы, и в группе уже она мне написала вместе с еще одной женщиной, ну, конечно же, мне понравилось по фотографиям и больше вызывала доверие мой спонсор, и я зарегистрировалась к ней. С тех пор я начала работать. С тех пор у меня во время работы, я в компании уже 4 года в январе была, и у меня родилось во время работы моей двое деток, двое мальчиков. Вот. Первого я родила на 15%, а второго я родила уже на старшем золотом директоре, уже буквально через месяц после банкета директоров в июне месяце, вот, в 2015 году. Так что, кто хочет сказать, что детки мешают, нет, детки, наоборот, наша мотивация, хочется с ними достигать многого, хочется для них все делать, и поэтому я им здесь, именно ради них, потому что мы с мужем всегда добиваемся всего сами, вообще ждать неоткуда, поэтому мы работаем кто как можно. Муж, конечно, со мной не работает, он далек от интернета, но он рает свою пасеку. Чуть позже я расскажу, конечно же, что мы приобрели за денежки, которые я зарабатываю. И все это благодаря компании. Вот такая зарплата, вот такие скрины мне приходят каждые недели. На данный момент я предприниматель. Как видите, 25 миллионов, вот. Это бухгалтерская справочка, вот еще покажу вам, недавняя справочка была вот на Новый год, представьте, как классно получить на Новый год такой доход, уже вроде как денежки закончились, а Новый год наступает, и тут оп, и раз зарплата. И так каждые 3 недели каких-то задержек. Я уже не представляю, если вот жить месяц от зарплаты до зарплаты. Да, это белорусские рубли, 26 миллионов, в месяц 39 миллионов. Представьте, это какая огромная сумма денег, которую можно заработать полностью легально в интернете, не выходя из дома, вот даже живя в деревне. Неважно, сколько там деток, неважно, главное, чтобы был компьютер, даже девочки, знаю, работают с телефона, и интернет. И все, больше ничего не надо. Интернет и работа. Все, наше время. Месяц выходит $220, это по новому курсу я считала уже на Новый год. И в российских рублях 158 российских, и в гривнах 53 500 гривен. Это в месяц. Такую зарплату найти, ну, в любой организации, даже если проработаете год, два, три, пять, невозможно. У меня муж, вот сколько он работает, единственное, что у него своя пасека, он как бы совмещает еще с колхозной пасекой. И поэтому получается, что он вроде работает больше, уже он работает, наверное, лет 7 в пчеловодстве, но у него зарплата, самое интересное, падает. А у нас зарплата, конечно же, растет. Средняя зарплата, вот у мужа у меня тоже 3 миллиона. Это в лучшем случае, если ничего не отберут. Вот еще скринчик, как видите, на этом скрине это мои первая выплата, 54 миллиона. Тогда муж, конечно, был в шоке с первой моей выплаты.
Таких денег мы в руках не держали, честно скажу. Вот. И дальше уже зарплата, как видите, каждые 3 недели, как часики, приходит счет. Видите, были разные суммы, и 9, вот на директорском звании примерно 8 миллионов зарплата, 8-9 миллионов, которая растет. Если вы работаете, ваша зарплата растет. Не работаете, ваша зарплата такая вот на месте и стоит, никуда она не девается. И самое главное, наш бизнес можно передать следству. И вот такое у меня есть свидетельство, которое я получила 7 октября 2013 года. Вот. До ИП я работала примерно 1,5 года, так как рожала ребеночка, как я вам говорила, тоже немножко были такие перебои, все равно это отнимает свое время. Вот. Ну и начнем ближе, перейдем к сути нашей, откуда деньги. За что же нам компания платит? Компания нам платит за организованный товарооборот от 3 до 22% комиссии, а в Украине до 24%, от 6 до 24%. Нужно что делать? 3 действия. Пользуемся продукцией, обучаемся, рекрутируем, то есть приглашаем людей онлайн, так же, как пригласили вас. Как мы работаем без продаж? Каждый участник наш меняет обычный магазин на магазин компании Oriflame и строит свою сеть таких же участников, то есть таких же потребителей, как мы сами. И выходим вот на такие доходы. Вот как я говорила, вот у меня на директора было 8 миллионов, видите, вот и здесь тоже 8 миллионов на 3%, конечно, 37 500. И поверьте, каждый директор, вот начинал, все начинали полностью с нуля. Здесь нет блата, там по блату взяли вас проект сразу там на директора. Нет, здесь все проходим путь от новичка и до директора, и выше. На уровне золотого директора уже идет пассивный доход. То есть, хотите, работаете дальше, хотите, не работаете, а получаете свой пассивный доход каждые 3 недели. Можно этот бизнес передать своим деткам по наследству, что это тоже немаловажно. Как я говорила, я пришла в компанию за 10 долларами изначально заработать. Я просто не знала ее возможности. Я не знала, сколько здесь можно заработать. Я даже не догадывалась. Я даже, ну, это можно сказать, в процессе был просто шок. Сколько здесь денег, сколько можно здесь заработать. Все легально, полностью, никаких там левых доходов, даже наша компания от нашей страны получала очень много наград и очень много премий. Вот. Здесь доходы, вот можете посмотреть в гривнах, еще на том слайдике не было, вот в гривнах. На директоре примерно 900 тысяч гривен. И помимо, конечно же, премии получаем и получаем вот свои звания их. То есть на директоре 1000 долларов, на старшем золотом вот я получила 3000 долларов и 2000 долларов. То есть помимо зарплаты я еще и получила свои премии. И вот, открыв сапфирчика, как мы говорим, сапфирчика, вот через 1,5 года его закрыв, я получу 4000 долларов премию. Это огромные, конечно, за суммы, особенно в наше время, особенно в кризис. И что же нужно делать, чтобы добиться своих целей? Что нужно делать? Разберем с вами конкретные действия, как от 0 дойти до 22%. Первое. Это активно рекрутируем. То есть приглашаем людей, мы приглашаем везде, где есть люди, в любой соцсети, на любых досках объявлений. Абсолютно выбираете любое, вот сеть, которую вы знаете для начала, потом изучаете новые. То есть людей просто миллионы в интернете. Это не так, что вот если бы мне пришлось приглашать, наверное, в своей местности, я думаю, вы понимаете, что в деревне одни бабушки, здесь приглашать просто некого.
Да, пока миллион у нас в Беларуси, потом копеечки будут. Но тоже хорошие копеечки. Вот. Рекрутирование – это гарантия вашего роста, гарантия роста вашего бизнеса. Сразу мы прилагаем 80% усилий в начале работы. То есть мы запускаем наш бизнес, и он платится как снежный ком. Вот как изначально я шла до директора, ну, я медленно растущий, могу сказать, лидер. У нас есть лидеры, которые за 2, за 4, за 3 месяца выходят на звание директора. То есть все зависит именно от нас, от нашего времени. Сколько мы готовы уделять этого времени, сколько у нас его есть свободного, тем быстрее, конечно же, идет и рост. Условия участия нашего проекта – это, конечно же, личное потребление. То есть, придя в проект, расходов у нас больше не становится. Ведь мы и так покупаем эту же продукцию только в магазинах. Мы просто этого не чаем. Покупаем, ну, вот, к примеру, вот купили мыло, шампунь, там закончилось, у мужа пена для бритья, пошли купили. То есть мы не замечаем этих покупок. А здесь мы просто меняем обычный магазин на компанию Reflame. И главное, что мы застрахованы от подделок, так как очень много есть подделок, я раньше не задумывалась, открывая шампунь, одна густая, вторая редкая. И я думала, ну, может, так и нужно. Кто же его знает, как там ее разбавляли, эту шампунь. Но когда увидела вот один ролик о подделке косметики, вот можете в Ютубе набрать, посмотреть, это было страшно. После того я перестала абсолютно, ничего не покупала вот в магазине, даже не засматриваюсь. Меня тетя, когда брала у меня мыло, вот говорит, какое ты мне классное вот мыло подарила, закажи мне мыло. Вот. И она говорит, оно не трескается, вот как магазинное. То есть, ну, продукция очень-очень качественная. Есть очень много сертификатов нашей продукции. Вы все можете это посмотреть на нашем сайте компании. И третье у нас, конечно же, это обучение. Обучение важно, обучение нужно. Посещение вот таких вот онлайн-вебинаров, просмотр рекомендованных записей от ваших спонсоров, изучение уроков по школьной школе и на ваших обучающих сайтах, конечно же, изучение разной литературы, идет саморазвитие. У меня никакого высшего образования, скажу сразу, нет. Я училась на курсах продавца. По возможности где-то ехать было учиться на высшее и так далее. Это нужны деньги. А когда денег нет, поэтому вопрос даже о поступлении не становится, куда ехать и где бы поучиться. Вот. Суть работы в нашем интернет-проекте, можно сказать, пошагово. Начинаем мы с регистрации, затем вы получаете от спонсоров подарок за ваш активационный заказ в компании, готовый личный сайт для работы. Создаем странички для работы, на них указываем свои ссылки на странички, на сайт ваш, либо другими методами люди по вашей ссылке регистрируется, вы регистрируете людей в проект и покупаете, конечно же, для себя, для своей семьи продукцию и получаете вот за это всю зарплату. На самом деле ничего сложного, главное понять вот эту суть. Все более чем просто, наверное, проще не бывает. И помните, конечно, вы не одни, вы часть команды. Мы всегда работаем командой, мы помогаем друг дружке, неважно, то директор или то ваш спонсор или менеджер, мы всегда знакомимся и помогаем для того, чтобы каждый наш новичок добился успеха. Поэтому, кто у нас новички, не стесняемся, задаем вопросы своим спонсорам.
и резюмируем, что же нужно делать. Вот, как я говорила, создаем страничку для работы в любой соцсети, приглашаем понравившихся вам людей, друзья. Друзья читают ваш статус или ленту, интересуются проектом. Кто готов и согласен начать, регистрируем в своем личном кабинете. И каждому новому партнеру бонус – свой личный сайт-подарок. Сайт у нас выглядит вот так. После активационного заказа уточняйте более полные у ваших спонсоров, у менеджеров команды. То есть вам не нужно тратить время и создавать личный сайт. То есть он уже готов. Раньше мы, как только начинали, мы сами делали сайты, сами учились, делали блоги, и очень много всего в процессе мы научились делать. Но уже это все готово. То есть вы экономите свое время. Берете вот сайт у спонсора уже в подарок после активационного заказа. Выполняя вот эти несложные действия, вот на сегодня я бизнес-мамочка, независимый старший золотой директор в открытом звании сапфировый директор компании Oriflame, топ рейтинга Беларуси 25. У меня огромная команда из разных стран. То есть у меня в команде Россия, Украина, и Беларусь, и Казахстан. И знаете, вот каждый новичок, неважно с какой он страны, он становится ну, настолько родным. Вот. У меня очень много, так сказать, подруг в этом проекте теперь. Хотя раньше бы никогда не подумала, что такое возможно. И моя зарплата, как я говорила, 39 миллионов, средний доход в месяц. Это на уровне старшего золотого директора. Вот с открытым сапфирчиком уже зарплата добавилась на 5 миллионов. То есть можете уже добавить и посчитать, это будет намного уже больше. Так, вот мои спонсоры. Мои спонсоры все так получилось, что из Украины. Ну, мне это не мешало развиваться, мне это никак не мешало расти. На данный момент я в топ 463 стран СНГ. Число, конечно, огромное, но посмотрите, в 2014, если посмотреть, я была 1201, то мы отлично продвигаемся. Вот. Вот, как видите, это лидерский отчетик для вас скачала, чтобы показать вот топ-25 Беларуси. На данный момент я квалифицировалась уже на золотую нашу конференцию, которая у нас будет уже не Стамбул, а Анталия. В Беларуси и в России поменяли страну. У нас будет остров Кипр и поедем с менеджерами в Сочи. То есть менеджеры могут квалифицироваться на поездку в Сочи. Узнавайте условия у спонсоров, любой абсолютно новичок сразу же со своей регистрации может квалифицироваться и поехать со всей командой в Сочи. Абсолютно бесплатно. Деньги будут только на сувениры. Бесплатно завезут, бесплатно привезут, бесплатно покормят и проживание, конечно же. Да, 6-го каталога нужно включиться, если новичок. И так, за год мой доход, моя зарплата составила 354 миллиона 910 тысяч 469 рублей. Я даже сама не могу поверить, конечно, в эту сумму. Суммы, конечно, просто огромные, зашкаливающие. Ну, новички могут сказать, такого не бывает. Но это правда. Это правда, это все лидерского отчета. Это не считая моих премий, 5000 долларов, которые получены, 2-3 тысячи долларов. И если поделить эту сумму на мою зарплату, то есть на вашу зарплату, то в итоге вот вы получите, вот посчитайте, у кого сколько нужно лет,
чтобы выйти на такую зарплату? Вот напишите в чате. Ну, мы бы переехали, но я боюсь, что пчелы не захотят переезжать. Боюсь, в городе жители городские не приживутся с пчелами. Ну, как бы мы недалеко от города живем, это 16 километров. Если есть своя машина, то вполне можно ездить. Ну, я больше такой любитель тоже, больше природы. Мне не хочется мне в квартире жить, даже в доме в городе, когда эти машины постоянно под окном ездят. Ну, это уже на любителя. Единственное, что меня сейчас не нравится, это мой нет. Вот 93 года нужно не есть и не пить, чтобы заработать такую зарплату. Вот, вот именно. Это всю жизнь нужно работать. А здесь буквально средний вот выход директора, как я говорила, от 2 месяцев до 1,5 года. Да, и для деток это очень хорошо. Ну, чуть позже я вам расскажу. Дальше. Идем дальше. Вот. Я была вот пчеловод зарплаты 70 долларов, 1 миллион на то время, русских рублей 4 года назад. Мама одного ребеночка. И вот на данный момент я индивидуальный предприниматель. 4 года в компании, в январе было, 31 января, у меня 3 деток уже не один, уже 3, нахожусь в декрете на данный момент, ребеночку 7 месяцев, младшему, и у меня растущий доход вот от 1500, от 29 миллионов в 3 недели, новая распечаточка была. Вот, повторюсь, слайдики, кто не видел, кто, может, опоздал зарплату. Вот первые мои наблюдения, 54 миллиона и шок у мужа. Я до сих пор его помню, шок. И вот каждые 3 недели наша зарплата. Ну, это, как там, где видите, 3300 рублей, это подарочек от банка, проценты, так сказать. Много, конечно. Моя первая зарплата, первые мои доходы были еще, конечно же, на объемную скидку, то есть на заказы для себя. И примерно с 12% у меня уже пошли накопления на то, чтобы получить. То есть есть вот сейчас девочки, которые буквально за 3-4 каталога, за 3 месяца, за 4 месяца ходят на звание директора, то есть они могут накопить сразу тоже огромную сумму и получить все на свой счет. Да, муж говорил, что это лохотрон, куда ты влезла, куда ввязалась, зачем тебе это надо, отбирал у меня флешку, не давал работать, было все. Потому что мужья не такие, они нас предостерегают. Они думают, что надурят нас, но на самом деле мы же ничего, абсолютно ничего не теряем. Мы мылись и раньше, моемся и сейчас. Все, это и есть основа проекта. Это скрин зарплаты моего спонсора. Вот, как видите, мой спонсор сейчас... Бриллиантик мой, вот, 61 118 гривен, вот, из моей команды тоже девочки, Ирины, скрин в российских рублях, то есть начинаем мы с меньшего, и зарплата только растет, постепенно растет, растет и растет. Вот мой первый банкет, на который я попала, это тоже, конечно же, был шок. Шок, это по-нашему. Вот здесь я помню, как я вышла на сцену, такое вот чувство интересное, когда вот на тебя еще посыпают золотой дождик от компании. Ну, довольно чувствуешь себя таким человеком,
совсем другим, то есть другой уровень, там поздравляют, на другой работе только говорят, что ты ничего не достоин, надо зарплату урезать, а тут только поздравляют, рады за тебя, за твои премии, рады за достижения. Это уже мой банкет в 2015 году, в июне. Вверху две фотографии вот с банкета. Я получила тогда две премии, 2 и 3 тысячи долларов. И вот мы встретились на мегафоруме за день до банкета с нашими девочками экспресски. Вот все, кто смог приехать тогда, приехали. И моя команда, и не только моя команда. Почему я считаю, что важно ставить, конечно же, цели? Главная причина отсутствия денег, что у нас нет цели. Если нет цели, нет интереса. Нет интереса, нет ясности. Нет ясности, нет энтузиазма. Нет энтузиазма, нет действий. Нет действий, нет результата. Нет результата, нет веры. Нет веры, нет денег. И получается вот такой у нас замкнутый круг. Поэтому обязательно, если вы еще не поставили себе цель, поставьте цель, чего вы хотите достичь в проекте. Что вам нужно, для чего вам нужно это работать. И поверьте, у вас найдется очень-очень много мотивации. Есть и люди, которые верят в это, но просто нужно всегда работать, так сказать, с позитивным настроением, так как люди вас чувствуют. Если мы садимся работать с плохим настроением, так оно и будет. Ну, это уже на наших обучающих вебинарах вам учат. Вот. И что я могу сказать? В кризис мы строим свой дом. Не такой, конечно, огромный, так как мы строимся тоже в деревушке. Мы строимся в деревушке, но я планирую, что в будущем, конечно же, мы купим себе в разных странах несколько домиков, будем ездить туда отдыхать. Переломный момент у меня был на 9%, когда я уже осмыслила весь проект, когда я поняла, что если не здесь, то больше негде, вот тогда я уже начала работать, наверное, втройне. Ну, про рекрутинг я рассказать не могу, так как это общий наш вебинарчик. Ну, как-нибудь расскажу обязательно. Вот мы сейчас, конечно, живем в колхозном домике, не в этом домике, но остался родительский дом. Мы его полностью снесли. К сожалению, не получилось мне сделать фотографию, но обязательно на своих страничках поделюсь фотографиями, как только смогу вот съездить сфотографировать. Мы сейчас уже поставили полностью с нуля, вот еще год не прошел, как мы начали строить свой дом. У меня на прошлый год была эта цель, начать строить свой дом. Мы вот полностью, вот это только-только начало стройки, заливали фундамент, поставили стены, крыша уже у нас есть. И вот на данный момент у нас планируется покупка окон. То есть этот весь дом старый, мы полностью его снесли. За первые вот деньги мы, конечно же, не покупали крутые там машины сразу, там BMW или еще что-нибудь. Мы покупали мужу для работы, как тогда вот... Только первые зарплаты были, 2-3 зарплаты. Мы купили простенькую машинку буквально за 600 долларов. Ну, она пока у нас на данный момент и есть, потому что мы сейчас целили цель построить дом, а потом можно будет и машинки покупать, и две, хоть пять. И вот... Что еще компании мы купили за денежки? Это, конечно же, у меня дочка была очень рада сыном, когда вот мы приехали с банкета, у нее было день рождения. Она сказала, хочу велосипед. Ну вот, поехали, купили велосипед, без проблем.
То есть я уже не считаю ноутбука, что у нас куплен. И постоянно покупки телефонов мобильных, так как муж меня любит на рыбалку съездить, обязательно утопить его. Вот. Оксана, сможете вот в записи дослушать у нас? Еще немножко осталось. Так. Еще что мы покупали? Ну, я уже не говорю о том, что мы одеваем детей без проблем в школу. Вот младших и не в школу, дома. То есть нету такого, что живешь, вот если бы, я не представляю, если бы мы были берегли, не было этого дохода, то я не знаю даже, за что бы мы жили. Вот сейчас у мужа зарплата вот тех 3 миллиона, там детское пособие 2 миллиона. И получается, как жить, когда вот трое детей? Это, ну нереально, невозможно. Это зарплаты, и не знаешь, как вытянуть. Я просто смотрю на окружение. Конечно же, окружение смотрит и говорят, мы не верим. Мы не верим, кто-то не верит, кто-то уже извиняется. Кто-то сразу не пошел, сейчас приходит к нам в компанию. Вот. Многие говорят, мне повезло, некоторые говорят, это мы за мед строимся. Мы смеялись с мужем, говорю, пчелы, наверное, уже ведрами мед носят, не лезут, лезут в улья, прям пищат. Вот. Потому что мы, пасека у нас как бы уже где-то около, сейчас точно скажу, 8 лет. Ну, вот, представьте, почему-то раньше мы не могли ни построиться, ни что-то купить. Машины у нас не было, у нас был двухколесный транспорт, это велосипед. Вот. И а сейчас вот стало все появляться. Просто люди в шоке, не понимают. Когда я говорю, что я работаю, они не понимают, как я работаю, где я работаю. Вот. Уникальные пчелы, да, выслать по почте, кому нужно. Это, конечно же, смешно. Поэтому людям нужно доносить суть. Вот подарочки от компании, которые я получила за активную работу. То есть, помимо того, что мы работаем, нам платят деньги, нам платят премии, нас еще засыпают подарками по разным программам. Вот, абсолютно бесплатно. Это вот, как видите, шашлычница, сумка, блендер, овощерезка, музыкальный центр, фоторамка, то есть весы, колонка. Это все, что я вспомнила, а что не вспомнила, конечно же, там еще больше. Я думаю, на один слайдик бы не влезла. Я, конечно же, за здоровье нашей семьи, когда я узнала о продукции нашей Wellness, когда у меня появилась такая возможность ее приобретать, так как в Беларуси они только через аптеки, я сразу же вот стала покупать себе эту продукцию, покупать витаминки детям. Я заметила большую разницу, когда дети болели по два раза на месяц, и когда они болеют один раз за полтора года, вот у нас было только, и все. Я тоже принимаю витаминки. На удивление, легко прошла вот рождение своего третьего ребеночка. И на данный момент даже вот наш супчик, вот и коктейль, смотря на то, что я вот кормлю ребенка грудью, они мне помогают еще сбрасывать вес. То есть я сбросила на данный момент вот 15 килограмм. Ну, это уже иная история. Как-нибудь тоже поделюсь, когда уже достигну своей цели. Так как после второго ребеночка много набрала веса, был сбой организма. Ну, и вот, да, витаминки нам очень-очень помогают. Это самое главное, 200 баллов выходит только на здоровье для себя, для семьи. Ну, еще поговорим о возможностях нашей компании.
Вот, что я хочу сказать, никакой работодатель не подарит вам машину. То есть есть в компании программы, где либо бонус платит компания, либо за вашу машину, либо то есть берете машину в кредит, льготный на определенных условиях, и компания вам выплачивает этот кредит, то есть либо деньгами, либо можете выплачивать кредит, и в итоге вы растете, вам машина достается абсолютно бесплатно. И уже очень многие получили и купили себе машинки, кто-то просто за доход от компании, и кто-то именно по программкам. Вот как видите, наши партнеры с машинками. Ну, у меня машинка уже, как я говорила, в процессе. Для начала дом. Дом, свою крышу над головой, это для меня самое главное. Да. Да, у нас с уровня бриллиантовый директор дарят машины вот, и в Украине, и в России. И про отпуск. Какой работодатель подарит вам такой отпуск? Я таких не знаю работодателей. Вот. Золотая конференция. Также у нас есть менеджерские конференции, на которые можно, я говорила, квалифицироваться. Уточняйте у спонсора условия. И в 2017 году будет грандиозная вот золотая конференция. На лайнере я очень-очень хотела поехать в 2014 году, когда я видела этот лайнер, я прям загорелась, но тогда, конечно же, я не успела. Но компания решила немножко повторить вот лайнер нам, поэтому я уже с нетерпением жду всех конференций. Одну конференцию я свою пропустила, была в Валенсии. В 2015 году я на нее квалифицировалась, но не поехала, потому что поехала в роддом за внеплановым нашим ребенком третьим. Ну и давайте сравним работу по найму и бизнес с нами. Работе по найму – это жесткий график работы, вы зависите от начальника, налог от зарплаты 13%, хотя многие даже не догадываются, сколько заплатили, и так хорошо. Идет стаж, идет риск увольнения, вас еще могут и пугать, то есть уволим, если что не так. 12 зарплат в году, занятость сутки 9 часов, четко говорю, на время работы с 9 до 6, бывает и с 8 до 5, по-разному, время на дорогу от 20 минут до 2 часов, и отпуск по графику один раз в год, и то, если повезет. Вот. И бизнес с нами, это, конечно же, график, сам себе начальник, налог от дохода 6%, в Беларуси 5%, а в Украине 4%. Идет стаж, 17 зарплат в году, каждые 3 недели, пассивный доход, то есть уровня золотой директор, можно уже, хотим работаем, хотим не работаем, а зарплата идет. Занятость в сутки 2-5 часов, то есть кто-то больше, кто-то может меньше уделять, у кого как получается. И вы сами распоряжаетесь своим временем. Время на дорогу 0 минут. То есть встал, можно за компьютер и работать. И там делал домашние дела, сел, работаешь. То есть любое время, вечером, ночью, кому как удобно, можно совмещать с основной работой. То есть если у вас основная работа, вот как у меня было на момент моей регистрации, у меня была основная работа, я совмещалась. Я тогда еще и огороды свои садила, но сейчас я уже поняла, что это бессмысленно, что это гробишь свое здоровье, а в итоге получаешь 3 рубля и 2 копейки, как говорится. И поездки за границу за счет компании от 1 до 3 раз в год. Куда же начисляют деньги? Компания зарегистрирована и в России, и в Украине, в Беларуси, в других странах СНГ согласно законодательству.
работаем исключительно в правовом поле, то есть никаких вебмани кошельков, никаких там перечислений левых, только официальный договор, акт возмездного оказания услуг и выплаты на ваш расчетный счет в любом банке, который вы выберете. Идет трудовой стаж, как я говорила, налог до 6% от дохода, а не какой-то непонятной суммы. Полный соцпакет. То есть не нужно сразу вот заказать договор. Вы его заключаете на выплату уже заработанного дохода. То есть, когда заработали, вы решили, что уже пора заключать договор, идете заключаете. Так как бессмысленно заключать на 3%, когда дохода еще нет, уже идти заключать договор. И подробнее об оформлении, то есть вы регистрируетесь, вам присваивается индивидуальный номер, который передается по наследству, 2-3 месяца пробуете свои силы для тех, кто не зарегистрирован и кто не является консультантом компании и хочет попробовать, применяете наш опыт, наши знания, это все время, используете бесплатные инструменты, проходите своего рода стажировку. Если у вас все получается, вы выходите на хорошие доходы, оформляете, тогда вот индивидуальное предпринимательство. И получаете вот такие денежки, как я вам показывала ранее. И мой секрет успеха. Секрет очень-очень прост, все его хотят знать. Поспорили лиса, лев и заяц, кто быстрее закроет директора. Заяц говорит, я самый быстрый, я всех обегу, предложу и стану директором. Лиса говорит, я самая хитрая, я любого смогу просить. А лев говорит, я царь зверей, все прикажу и стану директором. Но директором стал попугай. Он просто повторял все, что ему говорил спонсор. Поэтому слушайтесь ваших спонсоров, не придумывайте, конечно же, велосипеды свои. Уже велосипед давно изобретен, нам остается только сесть и крутить педали. Все, я никогда ничего такого вот не придумывала, я просто брала, делала. Да, можно, конечно же, дополнять что-то. Сейчас, Данечка, у меня так на улицу потеплело. Вот. Резюмируем наш бизнес. Наш бизнес полностью информационный. Познакомимся с человеком в соцсети, предлагаем работать вместе в нашей команде, пользоваться качественной продукцией. Все полностью в интернете, все можно делать через интернет. Получение личного кабинета, заказ продукции, регистрация, отчеты по команде, контроль финансов, абсолютно все. Вот даже после открытия предпринимательства, я из дома выхожу, наверное, только деньги снять или там продукты купить. Заказы можно на почту за заказами сходить. Все, полностью все эти отчеты я сдаю через интернет. То есть не еду в город, не везу никакие отчеты туда, когда вот сдаю. Все полностью через интернет наш. Наша команда уже представлена в разных странах, России, Украине, Казахстане, Беларуси, в Молдове. И, конечно же, пополняется все новыми и новыми директорами из разных стран. Я уверена, что скоро будут уже картиночки, по несколько картиночек, даже по несколько фотографий каждой страны. И я уверена, вот в этом году Украина, наша уже точно не влезет на одну фотографию. Там им, наверное, нужно будет как минимум 3 общих фотографии здесь. Вот. Россия тоже, как видите, команда огромная. Это не считая тех, кто не смог еще приехать. Растем по нашей лестнице успеха, как я говорила, видите, лестница у нас огромная, до 1 миллиона долларов. Суммы, конечно, огромные и нереальные, но это правда, они есть. И они ждут каждого из вас. Ну и мое такое пожелание, если ты не решишься сегодня, завтра будет таким же, как вчера. И это факт.
Знаете, я сравниваю вот свою жизнь, если бы я не была в Орифлейм, что бы тогда было? Что бы изменилось за один год, за два, может, за три? Что изменилось у меня до Орифлейм, именно вот взять за последние два года? У меня абсолютно ничего не менялось. Абсолютно ничего. Вот поразмышляйте вот в чате, напишите, что у вас изменилось за 1-2 года. Если у вас не изменилось ничего. Вот, ничего. Вот, ничего не меняется. Действительно, ничего не изменилось бы. У меня кардинально меняется моя жизнь. Я не боюсь уже завтрашнего дня. У меня нету такого, что придет там ребенок со школы, скажет, дай денег, там нужно, цирк приехал. А я скажу, нет денег, доченька, как-нибудь потом. Жизнь бы просто не изменилась, она бы так и была. Вот от зарплаты до зарплаты, кредиты, долги. Мы, кстати, тоже расплатились к своим кредитам, забыли, что такое кредит. Да, жизнь такая штука, если не возьмешь возможность, которая, она просто пройдет мимо. Поэтому лучше не упускать, лучше попробовать, чем жалеть, что так и не попробовал. И внимание для тех, кто еще не в компании, не в проекте, и хотите быстрее начать свое дело в интернете, напишите тому, кто вас пригласил сегодня на эту встречу. Он вас зарегистрирует и, конечно же, добро пожаловать в нашу самую быстрорастущую команду. У нас самая огромная, самая быстрорастущая команда. И самое, вы знаете, самое позитивное. Особенно у нас очень позитивный директорский чат. Желаю каждому из вас побыстрее попасть в этот чат. И вас ждет, конечно же, обеспеченное будущее в проверенном проекте, потому что уже, как вы знаете, уже не один директор прошел эту дорожку, и поэтому на таких вот вебинарах с вами делимся своими историями. Истории у каждого абсолютно разные. Каждый, можно сказать, кто-то выбирается из своих трущоб, кто-то меняет полностью свою жизнь, кто-то начинает ездить в путешествия. Я не успела съездить, я квалифицировалась в Валенсию, потому что я не могла поехать, я рожала тогда ребеночка, у меня как раз срок стоял 22 августа роддом, 24-го поездка в Валенсию. Так получилось, конечно же, мы не планировали, но раз мне дали ребеночка, надо его брать. Младшему ребеночку 7 месяцев. У меня трое деток. Ну, я в начале вебинарчика рассказывала. Вот. Не, это, конечно же, не поездка. Вы что, это была первая поездка. И самая главная компания мне за то, что я не смогла поехать, потому что ребеночек, когда рожаешь или маленький, дает один дополнительный лет на следующую конференцию. Она не то, что оставляет без выбора, а компания дает еще один билетик. И это классно. Так. Ну вот, на сегодня у меня все. Пишите вопросики ваши, может, кого-то есть. Самому младшему не даю. Вот, я начал давать, когда была возможность, года 10 месяцев. Я начал давать половинку витаминки нашей и омегу. И сама я, конечно же, грудью кормлю, но я пью наши витамины. Wellness Pack. И у малыша 7-месячного иммунитет просто ура. Просто отличный.
Ну все, тогда будем заканчивать. Всем спасибо. Всем пока.